Что значит быть гражданином сегодня? Иметь пометку в паспорте, которая ни к чему не обязывает? Гнаться за какими-то сомнительными идеалами? Или делать что-то по-настоящему полезное и нужное не только для себя, но и для своей страны? Ответственно относиться к своему здоровью – важный этап формирования гражданина. Здоровье – это праздник, который всегда с тобой. Быть здоровым – это престижно, так считают многие ребята. Они вводят новую моду. Моду на здоровый образ жизни. Присоединяйтесь. 62% ребят нашей школы занимаются в спортивных кружках и секциях. Спорт в нашей жизни является важным фактором здорового образа жизни. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что третьим достоянием является наша культура и родной язык. Президент Казахстана сказал, что благодаря независимости наша национальная культура развивается с новой силой. Закон Республики Казахстан о культуре регулирует общественные отношения в сфере создания, возрождения, сохранения, развития, использования и распространения казахской национальной культуры, культуры других народов Казахстана. Мы, будущее Казахстана, должны сохранить и приумножить достояние нашей страны. Президент со своей стороны делает все для развития здорового образа жизни казахстанцев. Теперь от нас зависит, готовы ли мы на самом деле становиться сильной нацией, которой строить сильное государство.